Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясню. Сейчас у меня остался рот немножко. Это, ну, то есть везде, где, как они, слизистые. Вот в данном случае, если бы была машина времени, наверное, я бы это не делал. Просто это принесло мне столько вот этих ненужных кривотолков и ненужных слов, и ненужных ассоциаций. Мне кажется, семья — это в этом сила вся. Если нет как вот этой вот семьи, то тогда совсем... Тогда силы негде найти. То есть я никак с ними не пересекаюсь вообще. То есть я их реально не вижу. И он не мудак, он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Мне 34 года нашей дружбы. Куда деть? Мне сказать, иди нахуй, можно мечтать. И я с вами вместе мечтаю. С тобой, с Чичваркиным, там, кто там еще там. Ну, давайте мечтать.